Геральт к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ну что, не играл несколько месяцев Ведьмака, и вдруг что-то захотелось поиграть. Проходить очередной раз. Я уже и забыл, что там какой квест делал. Так, по-моему, я шарился по знакам вопроса, да. Но сначала неплохо бы барахло продать. Это что-то много. Какой-нибудь квест надо сделать. Из заказов там особо выбор-то невелик, чтобы интересно было. А то все скучные какие-то квесты. Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? Я буду за тобой. Не крутись, то. Наш мир сгорит! Сгорит! Проклятье! Здравствуй. Здравствуй. Покажи. Странно. А где я столько барахла-то набрал? Надо что-то скинуть. Вот, вот это все скинуть. Может что-то есть разобрать. Будь здоров. Умный клиент сразу поймет. На этой стороне монстра лучше на пару не Так, какие у меня квесты там вообще надо вспомнить? Уродец. А, это в Каэр-Морхен. Ехать надо будет. Кабаре это с лютиком, ставки это потом. Когда. Ну там последние карты. Можно будет колоду с Келлиги собрать. Это у нас Ламберт. Башня из ниоткуда классная штука. Про книги, кстати, эти не помню, надо будет где-то их взять. Ну, сокровище у меня только волк и тусен. Хочешь?
такой хави, как у тебя, на улице не заработает. Вот элегантным можно быть. Так, вроде все обшаривают. А, вот здесь я был. Или нет? По-моему, это тот тип, который в дополнении каменные сердца был. Карлик какой-то. Thank you.
Наш петицию выронил. О, кажись, я штаны достал. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне. Будь здоров. Так, нужно какой-то заказ выполнить. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Пропавший сын, можно посмотреть. Не помню, что там. Это на Скеллиге, деревня Ранвейк. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ты Оуэн. Я. Ты по поводу моего сына? Сперва поговорим о награде. Много. Придется у родни призанять. Но пускай будет так. Для сына не жалко. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый. Шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Ну что, подла, пора за работу. Раны от клыков и когтей по всему телу.
Но объедали уже труп. Парень погиб от удара по голове. Бежал в логово зализывать раны. Надо его выследить. Съел только внутренности. Фривилевый. Ольвы нет. Может, бес утащил его куда-нибудь? Побежал сюда. Перешел на ту сторону.
Этот раз ты от меня не уйдешь. Раз ты от меня не уйдешь. Сколько мне еще ждать? Кончим с этим. Этот раз ты от меня не уйдешь.
черт! Силе критического удара, да неплохо. Желтая рубаха. Это должна быть Ольве. За ребят я отомстил. Хоть так. Не торопись! Так, какое-то сокровище, походу.
него не спускаю. Приветствую. Какие вести? Плохие. Твоего сына убил бес. Единственное, что я смог сделать, это отомстить за него. А ведь говорил я им, сынок, никогда еще ничего хорошего от Фарер нам не было. Останься дома, придет еще время и для приключений, и для славы. Вот твоя награда. Мне это золото счастья не принесло. Пусть хоть тебе послужит. Так, ну и дальше у нас что? Какой-то рог можно поискать. Парочку квестов тут поделать. Ну это я думаю в следующей серии записать. Так что пока достаточно. Так, по умениям-то у нас что? И бессмертие тут есть. Все равно убивают, кстати. А там адреналин надо. Еще одну мутацию открыть, чтобы окошко открыть. Вот это.